Салам алейкум. Мы находимся на Газинском ипподроме имени Саида Хусейна Закаева на пике скакового сезона. Это Ахмад 1. Матович наблюдает за скачками. Объявил, лежа на золотом диване, что в Украине джихад, добавив, что на него обязан поехать каждый, кто называет себя мусульманином, а сам в это время развлекается на скачках вместе с родней и окружением. Одноразовые, а вы продолжаете там и дальше отправляться к Ахмату, чтобы ваш хозяин мог и дальше наслаждаться жизнью. В такое трудное для народа время, когда цены резко растут, а зарплаты, нет, можно было бы вообще отменить все эти скачки, которые никому не интересны, кроме Кадырова, распродать всех дорогих арабских лошадей, да и ипподром использовать для нужд народа, но закомплексованный быдлан хочет быть падишахом.